Расскажите, как удалось так много забить мячей? Не знаю. Сегодня все летело практически. Как бы до этого мало забивали. В прошлой игре всего 3. До этого тоже 3. Как бы. Сегодня 10. Надеюсь, что на финал что-нибудь останется. А почему так произошло? Почему раньше так не забивали? Ну, до этого мы играли в 5 полевых, пробовали. Вот. Сегодня решили отказаться от этой тактики. Вот. Может быть, это и как бы помогло нам забить сегодня столько мячей. Как вы считаете, у соперника были шансы сегодня победить? Да, были. Они очень обученная команда. Вот, очень играли с большим желанием, это было видно. Вот, но, видимо, 1-2 гола как бы их немножко надломил, и они уже немножко отпустили руки. Вот. А зачем выбрали тайм-аут при счете 4-8? Ну, наш капитан посчитал, что сейчас будет 5-8 и 6-8 как бы, из-за этого. Ну, чтобы много не пропустить. Вот. Ну, не знаю, зачем. Чтобы отдохнуть. У нас все-таки 7 было сегодня. Как вы считаете, сможете ли с таким же счетом сыграть в следующем матче? Не знаю, хотелось бы, конечно, но я думаю, что вряд ли. Вот. Не знаю, кто из соперников нам попадется. Поставлю, скорее всего, на МЧС, потому что ребята долго играют вместе, так сказать. Как бы есть хорошие люди, которые на хорошем уровне поиграли и играют. Вот. Ну, думаю, что будет МЧС, как бы, но не будем загадывать, посмотрим, что будет дальше. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания.